По данным следствия, аферистка побывала в двух абаканских квартирах. Хозяйками их были 80-летние старушки. Мошенница объясняла, что якобы принесла прибавку к пенсии 300 рублей. Нужных сумм при этом в кармане женщины не оказывалось. Она просила у бабушек сдачу с 5-тысячных купюр. В одном случае пенсионерка отдала 4700 рублей, в другом вторая пострадавшая принесла аферистке только 3000. С ним аферистка и скрылась. Подозреваемая задержана. Полицейским она знакома. Женщина прежде уже была неоднократно судима за аналогичные преступления.